По прогнозу гидрометцентра, на центральную и северную части Итак, команда надвигается африканцы. Команда начинает. До конца месяца в столице будет жаркая, сухая погода. В Киеве жара. Артем Федорчук, второй номер, открывает счет. Нагревается крыша. Олег Славицкий, капитан команды «Столыпин», я еще 2-1. До конца месяца в столице будет жаркая, сухая погода. В Киеве жара. Лила становится счет. Рядом со штангой проходит мяч, великолепный защитник, трое уже контратака была бы для команды. Армин Павлович Алексеенко занимает счет 4-2 и оформляет дубль на последней минуте первого тайма. 4-2, Столыпин. Великолепный защитник, трое уже контратака была бы для команды. Армин Павлович Алексеенко занимает. Счет в пользу команды Столыпин. Игорь Алексеенко делает счет 6-2. И... Столыпин.
Чайкина пятью забитыми мячами. Меня зовут Игорь, я капитан команды «ФК Троя». Игорь, поздравляю со стартом в нашем турнире. Игра была сложная. Что пошло не так в игре? Все пошло так, наверное, просто мы первый раз играем. Команда у нас молодая. Мы только месяца три вместе играем в любительский футбол на улице. Мы только организовались, поэтому, в принципе, все предсказуемо, старались как могли. Будете нарабатывать тактику? Ну, конечно, будем тренироваться и к концу сезона набрать обороты, так сказать. Организация нравится? А? Организация нравится турниров? Ну, опыта большого нет, сравнить нечем, но предварительно все окей. Все, понял, удачи вам, спасибо. Денег я сейчас с этого. Добрый день, Слицкий Олег Викторович, капитан команды «Столыпин». Олег, первый раз участвую в этом турнире. Поздравляю со стартом на турнире, с первой победой. Как готовились к игре, какие планы на турнир? Планы амбициозные. Готовились, ну мы часто собираемся между собой играть, а тут так же самое, тут на полете. Поэтому, я думаю, выступим достойно. Как вам организация турниров? Хорошая организация, на высоком уровне. Думаете быть лидерами в группе? Да. Будем лидерами группы и выиграем этот чемпионат. Спасибо, удачи вам. Спасибо. Посмотрим. Это вам удачи.